товарищи, мои однополчане. Сегодня я, конечно, не в тусовке, не в той, где там стоят вино, водка, там, и мы отмечаем наши боевые заслуги, а сижу в нормальной тусовке и пьем мы чай. Мы катались на горке, и вот сейчас, и вот сейчас вот нормально с будущим, защитниками Отечества мы сидим, пьем чай. Так что вот, вступайте в наши ряды и хватит там. Все, с праздником всех, с 23 февраля. Железяка! Будь всегда во всем мужчиной. Стой бесстрашно у руля. Мира, счастья и здоровья с 23 февраля, мужчины. С праздником вас. Давай. Потому что у папы чехло много всего. Вот отсюда. Чего? Визитки. Блин. Да, визитки. Что не хотела. Так, один. Это отсюда мы снимай. Давайте. Вот это можно же, да, по сути? Да. Себя. Короче, ты так. Ты сейчас оденем ножички. Вот я бы прыгну. Наливай. Подожди, мне кажется, Анфиса победила. Нет. Потом забежала Мира. Потом Миру стащили. Скинул кто-то. Стащили? Меня стащили. Мы вообще кто скинул? Пап, ты надоел уже. Почему? Мне не нравится Мира. Три. С 23 февраля всех. С 23 февраля Саша. Все? Вот такое поздравление? Давай ты. С 23 февраля Андрей. Всего хорошего. Да, как хотите. 23 февраля труля. Заново, давай. 23 февраля труля-ля-труля-ля. Отлично. Поздравляю всех 23 февраля, ветеранов, всех, кто защищал